А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Hello Games. Здесь вы сможете найти прохождение игры This War of Mine и также видео по Dota 2. Если вы этим увлекаетесь, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте мы посмотрим, какое же у нас задание, какое же у нас испытание в этом видео. Не забываем участвовать в наших конкурсах. Сейчас, ребята, мы продолжим путешествовать, а именно, именно сейчас, я так думаю, мы зарежем эту барашку. Или что это такое? Так, Мари, иди-ка ты сюда, мы тебя быстренько... И все? Ты нас парализовал, зараза? Ну фигани ты уже его наконец-то, вот. Мы сначала соберем... Априконы, и, ребята, знаете что, мы, наверное, дальше потопаем прокачивать наш ор, потому что я не знаю, почему вот эта текстурка нафиг поменялась, как будто, я не знаю, пропавший какой-то итем. Но ладно, все же я буду надеяться, что когда мы его докачаем, он продолжит работать, потому что это жопа. Сразу бы хотел вам сказать, ребята, если вы хотите, я знаю, что серии Пиксельмона выходят очень редко, но, ребята, это зависит только от вас. То есть, если мы набираем нужное количество лайков, то серия Пиксельмона выйдет в тот же день. Поэтому, если вы хотите видеть, вот сейчас вы смотрите в этот день эту серию Пиксельмон, и если вы хотите, чтобы следующая серия Пиксельмон вышла завтра, давайте на этом видео наберем 800 лайков. Как только мы сейчас это сделаем, завтра же, я вам обещаю, ребята, если сейчас мы набираем, вот именно в этот день набираем 800 лайков, сразу же завтра выходит новая серия Пиксельмон. Поэтому, ребята, выйдет она или нет, зависит только от вас. И также, всем спасибо, кто тут находится, смотрит это видео, также поставить лайк, я надеюсь, не забудете поставить лайк, и оставить свой комментарий, если вы в принципе хотите со мной пообщаться. Также буду рад, если ты подпишешься на мой канал, если ты еще не подписан. И сейчас, дайте-ка я определюсь, что я хотел, что мне сейчас нужно. Сейчас, знаете что, я проверю теорию. Кто-то мне сказал, что в Пачерису, вот ты наша моя прелесть, что в Пачерису, да иди сюда, смотрю в лицо, она оборачивается, что в Пачерису есть какое-то умение, да, то есть в предыдущей серии, я не знаю, что это за фигня была, но когда мы с помощью Пачерису убивали каких-то покемонов, то смотрите, нам выпал Рар Кенди, конфетка нам выпала, нам вот это выпало. А нам вроде вот это молочко еще выпало. И как мне потом сказали кто-то с подписчиков, извините, я не помню, какое имя было, но вроде сказали, что когда ты убиваешь какого-то покемона с помощью Пачерису, то Пачерису есть такая возможность дропать какие-то вещи при смерти другого покемона. Я так подумал, а может даже круто будет? В том смысле, что сейчас мы попробуем. Это сделать. И вы прикиньте, если будут так дропаться вещи с покемонов. Разве это не будет круто? Это, ребята, будет очень круто, потому что мы так сможем и Рар Кенди выбивать, и другие вещи. А может там, прикиньте, если там нам орб даже выпадет, или еще что-то. Это будет очень и очень круто. Не, ребята, это не легендарный покемон. Не нужно смотреть, потому что это не легендарный. Многие... Да ты ж твою ж фур... Спайкс, вот. Вот сюда. Офигеть. Нужно там вот это все расчистить, потому что вы видите, что там что-то нечистое. Так, ну что, ребята, давайте мы попробуем все-таки поубивать кого-то с помощью Пачерису. Давайте вот тот же Магнемайт. Ну ладно, сейчас не получилось. А знаете, как мы будем смотреть, все-таки выпало или нет? Вот смотрите, это сюда, вот. Тут у нас 3 свободных слота. Если все-таки отсюда будет, если все-таки мы что-то сможем дропнуть, то отсюда тут что-то появится. Вот это сюда. То тут что-то появится. И, в принципе, мы сейчас это можем смотреть. Действительно ли вот это будет так? Сейчас мы посмотрим, ребята. Дропается что-то при помощи Пачерису или нет? Если, прикиньте, если вот сейчас будет дропаться прям охренеть сколько много всего. Не убей, пожалуйста, нас. Не убей, пожалуйста.
Во, замечательно. Если все-таки сейчас будет что-то дропаться, и, ребята, я не буду выкладывать по Чирису, потому что, прикиньте, единственный покемон, наверное, единственный покемон в игре, с помощью которого ты можешь дропать вещи с Пиксельмона с других обычных покемонов. Не с Покелута, не с боссов, а с обычных покемонов. Это, мне кажется, будет очень круто, если все-таки это у нас получится. А чтобы это проверить, мне кажется, давайте поубиваем немного марипов, потому что White Wool, нет, это пока что нет. Тоже, знаете, непонятно, что не с каждого же покемона это будет дропаться. То есть, если все-таки дропнется хотя бы одна вещичка с 10 покемонов, это будет уже очень круто. А мы качаем орб, ребята, мы качаем орб, не забывайте. У нас 309 убийств. А кто не знает, кто только начал играть в Пиксельмон, или кто только к нам присоединился в наш сезон, я скажу, что орб для того, чтобы... Орб для того, чтобы заспамить легендарного покемона. И заспамить его можно только тогда. Я не буду сейчас объяснять, что и как, толком, да. То есть, я потом, когда мы его будем спамить, я надеюсь, что мы его будем спамить, все же, я надеюсь, то, что мы сможем докачать все-таки этот орб. Когда мы это будем делать, то я вам покажу, как он спавнится. Но для того, чтобы его заспавнить, у нас должен быть заполнен весь орб, то есть по фулу. Чтобы это сделать, нам еще нужно убить... Сейчас я посмотрю, сколько покемонов нам еще нужно убить. Около 300. 304 покемона нам еще нужно убить. И тем временем, пока мы качаем орб, мы выбиваем себе шмоточки, потому что у нас есть магазин, и с помощью магазинов мы продаем вот эти, как на серверах, да? Мы продаем вот эти все шмоточки и покупаем себе нужные вещи, потому что в этом сезоне у нас нету покерадара, и немного тяжелее играть, чем сравнивая с другими сезонами, да? Потому что покерадара нету, это действительно много усложняет игру. Я почему-то пока что не вижу, чтобы нам что-то нормальное падало. Может, я не знаю, как это все работает. Но хотя, в принципе, понятно, что не с каждого будет выпадать. Может, выпадет там раз 30 покемонов, да? Будем надеяться, что да. Сейчас мы посмотрим. Флаффи. Нужно запинать. Почерился уже 30 уровень. Какой там Эмполеон? 42. Нет, первый. Во. Так, сейчас. Вылечимся, покушаем. Ух ты, нифига себе, чуть не бабахнулся. Так, дальше. Дальше, ребята, мы сейчас будем качаться. Чем бы тебя стукнуть нормально? 30 уровень против 26-го. Тоже более-менее так, но... Да стукни ты его уже. Во. Фух, так, сейчас давайте посмотрим. 42. Вот тут, смотрите, 55. 42. И если это все, наверное, вот тут насобирать, мне кажется, у нас плюс 2 стака уже будет. У нас уже может будет плюс 2 стака каких-то вещей в конце этой серии. Или даже больше, если, конечно, мы сможем это нормально все качать. Так, вот видите, тут еще есть вот это. Это что? Это снег. Снег нам не нужен, ребята. Снег. Так, молчу. Орб. Первый босс за 18 серий, которого мы нашли, которого мы убили. Мы находили босса во второй серии, но тогда я его не смог убить, потому что он был огненным, а мой покемон был травяным. И огненный был 40 уровень, а мой покемон был 20. Но все же... сейчас я его вообще случайно заметил, то есть, офигеть. Ну это реально повезло, что я его хотя бы заметил. Потому что если бы нет, если бы я его не заметил, а вы бы заметили, это было бы очень плохо. Потому что многие бы начали, Эдисон там слепошары, не заметил, да? Ну нападай, ладно, так уж и быть, сейчас. Нападай. Да, ну в принципе, орб выпал. Орб это тоже нормально, почему не нормально? Нормально. Только вот меня бесит, вот смотрите, вот этот наш орб, он какой-то багнутый. Почему у него текстурка поменялась? Вот это я не представляю почему-то. Так, ладно, сколько? 290 убийств будет в конце это, ну, в конце, нет, в конце ночи больше будет убийств, то есть, сейчас мы посмотрим, да? Ну, сейчас 292. В конце ночи может будет 270, если мы, конечно, очень постараемся. Так, 270.
Возможно, возможно. И, в принципе, мы себе продолжаем фармить ресурсы. Это тоже очень-очень важно. Заморозил нас, паскуда. А, Пиджотто, давай, Пиджотто, ты. Выходи на охоту. А, квик-атак, вот это более-менее. И вот этим бабах. Вот, замечательно. Прокачали ему уровень, вылечимся. Так, куда бы пойти? Ночью я ни хрена не вижу без шейдеров. А шейдерами там вообще жопа. Фу, Гивгонги. Ух, да. Это будет долго. Не хочу их убивать. Для них нужно какого-то другого покемона. Ну, следующий капитан у нас будет это Лукарио. Как я уже обещал, следующий капитан у нас, наверное, будет Лукарио. Так, это сюда. Но для того, чтобы начать хотя бы прокачивать Лукарио, мне кажется, нужно... Да хрена к ней кто-то его уже... Нужно выложить... О, нифига себе. Нужно выложить нашего Эмполеона. А чтобы его выложить, нам его нужно прокачать, ну, как минимум к 45-му, а лучше к 50-му. Поэтому пока что мы его еще выкладывать не будем. Ну ж... О, Джинкс. 10 квикболов? Так. Я не знаю, будем ли мы ее... Даже уже не будем, потому что она уже пропала. О, вот тут может быть боссики. Вот когда вот столько много всяких покемонов, конечно, есть намного больше шанс, то, что среди них есть какой-то боссик. Это, если честно, было бы круто, если бы он все-таки был. Пиплап, здрасте. Ну, пиплап нам не нужен, потому что у нас уже есть Эмполеон. Лучше мы будем еще одного пиплапа ловить. Ребята, смотрите на боссов. Смотрите на боссов и знаете что? Смотрите на покелут. Если я не замечу покелут, то напишите, пожалуйста, в комментарии, на какой секунде он был. Я постараюсь потом его, ну, вернуться за ним и забрать, да? Если все-таки вы заметите, а я не замечу. Фух, для Почерицу тоже бы пригодилась какая-то... Классная атака, так же, как и для Эмполеона, потому что больших уровней они, может, и убивают, но не прям очень быстро. Для Эмполеона было бы круто, если бы попалась Thunder Wave. Для Эмполеона было бы круто, если бы у нас был Earthquake. Это было бы вообще замечательно, но пока что у нас его нету. Так, что-то выпало, а может даже и выпало, но я, наверное, не знаю. А у нас есть... Вот, рюкзак у нас есть, точно, нафиг. Ага, нифига себе, тут еще и вещички. Давайте вот это, что мы сейчас точно не будем использовать. Это и вот это. Замечательно. Так, это сюда. Да, это нормально. Потому что ходим с полным рюкзаком, потом может что-то с какого-то покемона выпасть, а мы не сможем это забрать, потому что у нас полный рюкзак был. И это все выпадет. А что-то я, если честно, не замечаю, чтобы с помощью Почерису нам что-то выпадало. Я не знаю, ребята. Может, просто-напросто в этой серии нам, ну, не везет на дроп и просто-напросто ничего не дропается. Ну, или я не знаю. Или все-таки вы ошиблись и с помощью Почерису ничего не выпадает. Я не знаю, ребята, я не знаю. Я, честно, не могу знать. Босики, пожалуйста, дайте-ка нам еще одного Басяндру какого-то. Я был бы рад, если бы все-таки кто-то сейчас заспанился. Так, ну пока что я никого не вижу. А только вот эти свайнубы, следующие эволюции свайнуб, то есть пылесосы там бегают. Наверное, нужно пылесос. Хотя, в принципе, сейчас. Нужно убивать и свайнубов. О, вот, выпало, вот смотрите. Лимонейд. Что-то выпало. Хотя в чат, почему-то в чат это не пишет, да? То есть, если мы даже что-то дропаем с покемона с помощью Почерису, то почему-то в чат не пишет. Я это заметил даже в предыдущей серии, когда я искал в чате, да, то мой... то есть, хотел сказать то есть, потом что-то другое, и получилось моесть, да? Когда нам выпала конфетка, я начал лазать в чате, то есть... Откуда у нас конфетка? Мы ее подняли или я не знаю, или мы ее где-то нашли. И вот видите, сейчас нам вот эта фигня, лимонейд выпал, лимонад нам выпал. Но я почему-то в чат не видел, что там написало. Значит, это все-таки, ребята, вы, наверное, были правы. Есть там какой-то минимальный шанс, что с помощью Почерису что-то даже крутое нам выпадет. То есть не то, что даже крутое, а что вообще какая-то шмоточка может выпасть с помощью Почерису, если мы с помощью ее, да, убьем какого-то другого покемона. Это даже круто, ребята. Сейчас будем еще стараться кого-то убить. Вдруг сейчас
Нафармим. Только знаете что? Я замечаю, что выпадают только вот такие обычные какие-то шмоточки, которые, в принципе, ну, нам даже, наверное, никогда не пригодятся. Поэтому вряд ли, ну, хотя конфетка же нам выпала, ну, вряд ли, мне кажется, какой-то тот же мастербол вряд ли с него выпадет, или какой-то даже бол обычный, или там какая-то шапочка, та же экспешер, или еще какая-то. Вряд ли это будет, вряд ли. Но все же, о, выпало, смотрите, ребята. Сейчас, может, вы не заметили, но выпало, смотрите. Вот, ревайв, офигеть. Еще одна новая вещичка, что самое главное, чат не пишет. Ребята, в чат не пишет. Это прикольно. Ладно, две вещички с босса. Две вещички нам выпали с помощью Пачерису. Ребята, это, вы в курсе, что это новый рекорд за серию? Потому что в этом сезоне мы пока что еще никогда не добывали 4 вещички за одну серию. Хотя, мне кажется, добывали, когда мы искали вот этих, когда мы покеболы, да, искали на земле, то есть покелуты, вот тогда, мне кажется, выпадало. Тогда, мне кажется, тоже мы находили прям офигеть сколько вещей. Но все же, это еще не конец серии. Сейчас посмотрим. Ну ладно, убивай или вот так. Фух, сейчас нужно посмотреть, сколько там. 268. К концу серии, давайте постараемся, сейчас, сколько там серия, серия уже 16, давайте, знаете что, давайте к концу серии постараемся 240 набить, да, если мы это сможем сделать, это прям будет офигенно, это будет очень круто, потому что мы за серию тогда набили, если мы к концу серии набьем до 240, то это получится, что мы за одну серию набили 70 убийств. 70 убийств за одну серию, это прям охренеть, как много. Это много, реально. А потому что, если по 70 убийств за каждую серию, то значит... Ух, ни хрена себе. А если по 70 убийств за каждую серию, то это значит, что в следующей серии у нас уже будет тогда... так, ничего не выпало. А то в следующей серии у нас уже будет 240 там... Ну, хрен его знает. 170 где-то у нас будет. Или даже не 70, а где-то 80 постараемся. Посмотрим, ребята. Я пока что не знаю. Давайте шейдеры включим. Покехил. И потопали дальше. Потопали дальше. Ну что, Пачерису? Дай-ка нам еще что-то. Дай-ка нам что-то еще. Мне, знаете, что мне кажется, что все-таки может поставить в продажу вот эти снежные блоки, потому что, да, вот, например, мы сможем вот так сделать, вот так, и это уже получится 4. Но с другой стороны, это читерно немного, потому что мы сможем просто-напросто вот так пройти, прийти с помощью лопаты, да, там вот это все вот так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот за одну миллисекунду, вот мы сюда пришли, вот так. Вот так, плюс 4 монеты за одну секунду. Вот это читерски будет, ребята. Поэтому я не знаю. Вряд ли мы, наверное, будем делать, потому что вот так это будет читерски. Согласитесь, что если мы так придем, тут 5 минут поломаем снег, то сразу же вернемся домой с пару стаками вот этого снега и просто-напросто продадим его и купим себе там мастерболы за одну серию. Это будет уже слишком. Нужно посмотреть, сколько мы уже вещей добыли. Нифига себе. Сейчас посмотрим, в конце серии мы посмотрим, сколько у нас. У нас есть 2 стака. У нас есть 2 стака монет, а кто не помнит, мастербол у нас стоит, если я не ошибаюсь, 12 стаков, да, то есть нам еще нужно 10 стаков. Но в конце серии мы посмотрим. В конце серии мы посмотрим, сколько мы набили за вот эту серию. И мне кажется, уже будет где-то у нас 4-5, 6 вряд ли. Но 4-5, мне кажется, уже должно быть. Пачерису 36 уровень. Может, мы выложим эту Пачерису уже на 40 уровне, но я почему-то пока что не хочу, потому что все-таки может выпасть какая-то крутая вещь. Может, то есть может там есть какой-то шанс, я не знаю. Нужно будет потом посмотреть. Нужно бы... О, залагало что-то. Нужно бы Марипов найти. Потому что с Марипов выпадает нормально так вещичек, плюс тому мы сначала их можем... постричь, да, а после этого только убить, это удваивает нашу прибыль шерсти, да, это тоже круто. В принципе, мне кажется, Марипы самые такие покемоны, с которых мы можем добыть нормально ресурсов, хотя магнимайты эти дерутся, магнимайты, пылесосы тоже нормально, потому что с пылесосов выпадает нормально
вот это, и свайнубы, вот смотрите, выпадает по 2 мяса, а 2 мяса это 2 монетки, поэтому 30 свайнубов это уже стак монет, можно и так сказать, это тоже нормально. А вот с филой вообще, выпал один лед, который мы можем продать, и выпали 3 рыбки, которые мы тоже можем продать, то есть с одного с фила, нам получилось, что нам выпало 4 монетки. Это круто. Это круто. Хотя магнимайты, смотри, с одного магнимайта выпало 3 железа. Это тоже неплохо. А сколько нам выпадет? Выпало 3. Сейчас, смотрите, выпало. Ага, почему-то сейчас не выпало. А выпало 3 шерсти. Это тоже нормально. Так, сколько? Я говорил 240, да, 240. Поэтому давайте мы еще 7 покемонов убьем и, наверное, будем уже возвращаться домой. Расстреляем. Вот так. Идите-ка вы сюда. Я могу вас подстричь. Просто я хотел попробовать подстричь их, когда они были в бою. Вот, нифига себе, один марип нам стукнул. 10 уровень стукнул нам на пол жизни с одного удара. Я не знаю, может какой-то это специфический удар был. Ух, мы еще и парализованы нафиг. Так, все, замечательно. Сфил. Дай нам вещичек, пожалуйста. Еще один раз. 3, 4. 4 монетки, стабильно. 4 монетки с одного сфила. С магнимайта. Ух, кончились удары, да? Кончились удары, поэтому давайте. Вот так. Фух, с магнимайта, в принципе, так, более-менее. Сколько? 243. Ну, давайте, ребята, мы уже вот это докачаем. Так, это давайте-ка вот. О, выпал! Вот смотрите, я только сейчас заметил. Выпал Full Hell, Hill и Friend Ball с помощью Почерицу. Ребята, может, как думаете, может мы тогда даже не будем выкладывать Почерицу, потому что это круто. То есть мы убиваем обычных покемонов с помощью Почерицу, и нам выпадают с обычных покемонов шмотки. Это похренеть просто. Может, мы даже не будем выкладывать Почерицу, потому что это круто. Она будет как запасной какой-то покемон у нас в команде, когда нам нужно что-то нафармить. Мы просто-напросто идем по черису, пинаем всех, и все, и нам выпадают какие-то шмоточки. Ребята, как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое ваше мнение? То есть, каково ваше мнение? Хотите ли вы, чтобы мы выкладывали по черису? Или хотите ли вы, чтобы мы ее оставили? Потому что, ребята, ну согласитесь, то есть, когда с по черису нам выпадают шмоточки, нам сейчас выпала одна хилка, выпал один хилбол. А почему именно в Почерицу? Почему не... Было бы очень сильно круто... Хотя нет, это было бы, наверное, читерски, если бы с каждого покемона такое было. Но все же, почему-то именно в Почерицу есть такая способность дропать шмотки с других покемонов. И как вы видели, в этой серии мы уже дропнули около 5 шмоток. Это офигеть как много! Учитывая то, что мы играем без покерадара, и то, что в этой серии мы не находим... покелоты, да, то только с помощью одной почерицы мы уже дропнули охренеть сколько много вещей. Так, 236, мне кажется, можно уже уходить. Мы в этой серии нафармили, мне кажется, около 75, около так, да, не стаков, а вот этих, как его там, слотов, да, можно и так сказать. Поэтому давайте мы уже будем возвращаться, вот наш дом. Замечательно. Ху, ну что, настал момент, когда мы будем вот это все продавать. Продажа вещей. Вот она. Так. Сейчас мы посмотрим. У нас сейчас есть ровно 2 стака. Это сюда. Сейчас посмотрим. 3 стака у нас, ребята, уже есть. Мне кажется, будет 4-5. 3 стака у нас уже есть. Дальше. Вот это. 4 стака у нас уже есть. Сейчас 5 стаков будет. Мне так кажется. Сейчас. 5 стаков у нас уже есть. 5 стаков. Что бы еще продать? Вот это можно продать. Это сюда. А где тут вот продажа ресурсов? Вот это я не знаю. В принципе, можно продать, но... 5 стаков. Давайте мы тогда обменник вот так. 5 серебряных монет, а в магазине нам нужно 12, чтобы купить мастер-болл. Нам еще осталось 7.
Если мы в каждой серии будем добывать по 2, по 3 стака, то, в принципе, мы справимся где-то еще за 2, за 3 серии. Это будет даже очень круто. О, нифига себе, куда я зашел. В следующей серии я попытаюсь уже дофармить до 150... Нет, 160, если у нас получится. Потом в следующей серии может к 150, может к 80, а потом... Короче, ребята, мне кажется, где-то к 21 серии у нас уже будет прокачанный орб, и может у нас уже даже будет... Может у нас уже даже будет мастербол. Но после этого нам нужно будет идти спавнить легендарного покемона. И это круто, это круто. Легендара. Легендара, легендарный покемоша. Так, там никого нету полезного какого-то, кого можно было бы словить. А, нет, никого не вижу. Давайте, может, еще в глиняный биом быстренько тпхнемся, посмотрим, что тут. Вдруг Басяндра будет, вдруг, я не знаю, какой-то покемон. Опа, сало заспавнилось. Ребята, сало, ловите сало. Но я его ловить не буду, да, то есть зачем мы будем... О, нифига себе. А, зачем мы будем ловить... Так, это там кто? Дайте я договорю, зараза. Зачем мы будем... Да. Ребята, вы мне, короче, запудрили мозги уже прям до верхней планки, потому что я уже не знаю, что я хотел сказать. Зачем мы будем ловить Саламенца, а если мы в предыдущей серии словили Багона? Вот, наконец-то я смог сказать, вы, ребята, зараза, запудрили мне прям голову, я не смог выговорить то, что я хотел. Но все же, у нас действительно нету смысла, я не знаю, будем ли мы его ловить. У нас нету смысла ловить Саламенца, потому что мы просто-напросто словили Багона, его первую эволюцию. Поэтому мы потом его, наверное, ну, будем прокачивать, да? Райхорн. Райдон, Райпериор. Мне очень сильно нравится Райпериор, и да, мы его словили. Ни черт, нифиг, нифиг. Нифига себе, сколько тут саламенцев, сколько тут развелось саламенцев. Нифига себе, они жердяй. Не зря же мы их сало называем, они реально жердяи. Дай нам убежать, паскуда ты гнилая. Наконец-то. А то вступил... с нами в бой не хочет отпускать. Рулетики, рулетики, привет, но сейчас я рулетиков не буду ловить. Может нам еще Арона словить? Может, может, но не в этой серии, наверное. Сейчас мы еще посмотрим, кто тут есть. Давайте еще сюда быстренько сбегаем. Гуле, ух ты, Галета. Галет. Галет! Галет. Две попытки. Опа! Еще один новый покемон, еще один покемон. Словили мы Райхорна, словили мы Голета. Это зашибись. Зашибись. Так, нет, Булдора я не хочу. Если я даже захочу, то я словлю Роджинроу, а не Булдора. Нет, больше, ребята, тут никого нету. Мне кажется, что ни хреновенькое. В смысле, серии мы за эту серию словили два покемона. Нам повезло словить каждого покемона по одному болу мы на него отдали. И также круто то, что мы прокачали уже наш орб до 234. Это, в принципе, уже быстренько мы его сейчас будем докачивать. Так, никого тут нету, вроде никого. И, в принципе, нифига себе, мы сколько прокачали, не прокачали, сколько мы набили себе ресурсов. Плюс само мы с помощью Пачерису, это вообще, ребята, какой-то читерный покемон. Мне кажется, все-таки мы не будем выкладывать Пачерису, потому что это очень круто. То есть, потом мы ее докачаем до большого уровня, и потом мы ее будем... Я не буду ловить метанга, во-первых, потому что это метанг, это вторая эволюция, первая эволюция, Белдур. Да, вроде Белдур. И как он там называется. А во-вторых, ребята, кто не знает, то этот покемон как легенда. В том смысле, что его очень тяжело словить обычным болом, он, в принципе, в какой-то степени ловится так же, как и легенда. Я не говорю, что легенду нереально словить обычным болом. Я это не говорю. Ее, конечно, реально словить, но... Легенда не ловится так, как обычный покемон. Легенда ловится в 100 раз сложнее, но все же остается возможность словить ее обычным болом. Но это, ребята, кому как повезет. Кто-то может словить ее с первого же бола, как в предыдущем сезоне мы словили легендарного покемона. А кого мы там словили? Селеби с помощью Даскбола. А кому-то не повезет, и он может потратить там около пару стаков покеболов, только чтобы словить его. Да, у кого, например, там нету мастербола. Но все же, ребята...
Все же мы этого делать пока что не будем. Потом, если будет лишний мастербол, если будут лишние вещички, которые мы сможем продать, и с помощью которых мы сможем позволить себе купить лишний мастербол, и с помощью него словить билдера, потому что я не хочу тратить там, ну, много стаков на то, чтобы словить покемона. Конечно, мы потом попытаемся его словить там с помощью пару болов, но вряд ли это у нас получится. Ну ладно, ребята, давайте мы уже на этом будем заканчивать. В серии набили 3 стака вещичек, да, то есть у нас появились плюс 3 серебряных монеты, и нам еще осталось добыть 7, да, добыть 7 монеток, и мы сможем себе позволить купить мастербол, да, ребята. И также у нас осталось 230 убийств, которые нам нужно сделать на нашем орбе для того, чтобы пойти наконец-то уже спавнить первого легендарного покемона в нашем сезоне. Ребята, давайте будем на этом заканчивать. Я еще раз повторю то, что я говорил в начале серии. Если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра, то есть каждый день, можно сказать, то есть сегодня вы ее увидели, и если хотите увидеть еще новую серию завтра, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я тогда для вас сделаю новую серию завтра, и в принципе завтра вы тоже увидите наших покемошек. Но все же, если мы только наберем 800 лайков на этой серии, то есть вот сейчас она вышла, если сейчас мы набираем 800 лайков, завтра же выходит следующая серия Пиксельмона. Поэтому хотите ли вы это или нет, зависит только от вас. Ребята, также, если вы хотите со мной пообщаться, все, что от вас требуется, просто-напросто написать свой комментарий с каким-то вопросом, пожеланием или советом. Я постараюсь прочитать твой комментарий, также на него ответить и просто пообщаться с тобой. И буду очень сильно рад каждому новому подписчику. Кто еще не подписан, вступайте в нашу большую дружную семью. Буду очень рад, если ты на меня подпишешься. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.